А что вы, мальчишки, мне привезли? Красоту. Красоту? Так, какую красоту? Вау! Так, какой-то сильно большой подарок. Какой-то... Вот это красота! Ничего себе! Вот они! Вот они! Веселая компания, ну смотри, в жизнерадостном Даниэла. Поздравляем, Наташа. Модный Серега. Серега модный, красивые штаны. И вот это, ну вот это да, вот это кустище. Сережа, ты психанул так психанул. Очень красивый, очень. Великолепный подарок. Ну все, букетик. Букетик отстаивается, потом мы его вкопаем. И наша поляна волшебная. Маме надо привет передать. Да, это маме. Мама рекомендовала мне, говорит. Да? Да. Это фантастика невероятная. Ида, иди ко мне, потому что ты подходишь цветом своей шубы под вот этот прекрасный куст. Иди сюда. Иди сюда, хватит снимать. Посмотрите, как она подходит под куст. У меня куст. Вот да, я тоже, видишь, прям как чувствовала, что мне такой куст подарили. Такой пальтишко. Ну, очень красивый. Это называется рододендрон. Это называется рододендрон. Какой он красивый. Очень прихотливый. Неважно. Это неважно. Его он нужно... Вот. И вот эти фишечки у него должны вызревать. А они закладываются... Он имеет pH. Слышишь, она... Есть такой специальный прибор, приборчик, который измеряет кислотность.